Вот смотрите, я довязала до линии реглана, провязала линию реглана. Теперь переворачиваю работу. Вот так. Провязываю изнаночные петли. И линию реглана, вот эту, также я провязываю изнаночной. Первую петельку снимаю и вяжу изнаночные петли. У меня на спицах остались только петли спинки, вот они отдельно на одной спице, и на вспомогательной спице все остальные петельки. То есть я сейчас буду работать с петлями спинки. Опять продолжаю вязать лицевой ряд, первую петельку снимаю и вяжу лицевые петли. Потом довязываю ряд до конца. Переворачиваю работу, разворачиваюсь и вяжу изнаночный ряд. И так я буду вязать где-то 2-2,5 сантиметра. Росток у меня будет 2-2,5 сантиметра. Вы можете вязать любой длины росток 3-4-5 сантиметров. Мне где-то 2,5 сантиметра будет достаточно. После этого я соединю кокетку в круг. И буду продолжать уже вязать основную часть платья. Ну, прямо буду вязать его. Рукава я перенесу на отдельные спицы, на вспомогательные. Ну и все. Я связала небольшой росток, 3 сантиметра у меня. Дальше пересняла на вспомогательные спицы рукава, и у меня остались на спицах спинка, перед, вот я вам показываю, и рукава отдельно. Дальше нам нужно рассчитать, сколько петель набирать на подрезы. Я посчитала, измерила спинку, ровную часть у меня получается спинка и перед 76 сантиметров сейчас. Обхват груди 90 сантиметров, 90 отнимаю 76, получается 14 сантиметров. 14 сантиметров не хватает мне. 14 делю на пополам, получается по 7 сантиметров. По 7 сантиметров уйдет у меня на одну сторону и на вторую, всего 14. Дальше 7 сантиметров умножаю на 1,8 петли. Это сколько у меня петель в одном сантиметре. И получается по 12 петель у меня пойдет на... Я буду добавлять на подрезы. 7 умножить на 1,8, получается 12 петель. С одной стороны 12 петель и с другой стороны 12 петель. Я закончила вязание на лицевой стороне и теперь набираю 12 петель. Вот таким образом. Раз, не затягиваю. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12. 12 петель набрала. Дальше вот этот рукав пропускаю и вяжу, соединяю две части, переднюю и заднюю, провязываю лицевую петлю вот так. Как бы продолжаю вязать. Провязала. Так, маркер убираю. Здесь спицы, чтобы не мешались, уберу. Вот. И это у меня идет... Я закончила спинку. Это передняя часть. Я вяжу переднюю часть, вот лицевые петли. Дойду до рукава.
наберу 12 петель, точно так же, как здесь набирала, и продолжу вязать лицевые петли. Соединю другой рукав в другую сторону и продолжу вязать. Вот что получается. Так, я связала вот такой кусочек, получается, от подрезов от рукавов у меня, сейчас я вам скажу, сколько сантиметров. Так, 15 сантиметров. А если считать от горловинки, получается 27,5 сантиметров. Это получается, вот я закончила вязать под грудью. Это место под грудью. А дальше я буду вязать резиночку 1 на 1. Одна петля лицевая, одна изнаночная. На талии я провяжу резиночку. Дальше продолжу вязать обратно просто лицевыми петлями. И что значит дальше? Я поменяю спицы. У меня сейчас 3 миллиметра. Я возьму 2,5 миллиметра. И перейду на 2,5 и буду вязать резинку. Так, перехожу на спицы 2,5 миллиметра. Первая петелька лицевая, вторая изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем ряд до конца. Нужно вязать столько сантиметров, сколько вы сами хотите. То есть это может быть 10 сантиметров, 20, до бедер, до там середины талии. На ваше усмотрение. Я вам покажу, как свяжу я. Сейчас провяжу и покажу, что у меня получилось. После резинки на талии я вязала юбку лицевой гладью спицами 2,5 миллиметра. Связала 24 сантиметра. Дальше перехожу на резиночку 1 на 1. Вот она у меня, я думаю, на камеру видно. И также вязала спицами 2,5 миллиметра. Провязала резиночку примерно 7 сантиметров. И дальше оставшуюся длину резинки я вязала спицами 1,5 миллиметра. И общая ширина резиночки или длина 13 сантиметров. Всего от талии, вот от этой резинки 1 на 1, у меня получается длина юбки 37 сантиметров. А в третьей части я покажу, как буду вязать рукава. Рукав планирую связать длинный, лицевой гладью, и в конце будет резинка. Так, и рукав у меня будет в обтяжку.